Россия очень большая. Поэтому в каждом конкретном случае нужно конкретно разбираться. Там где-то, безусловно, присутствует страх, особенно на периферии. Потому что действительно там, когда выбирается губернатор, это выбирается бог царь и воинский начальник. И там все и все зависит от него, от того, кого выберут. А выборами это можно назвать очень условно. Саша абсолютно прав, когда говорит, что они проходят довольно честно. Потому что в Москве просто действительно все считается, как считается, все так, как надо. Просто дело все в том, что к моменту выборов уже отобраны все до последнего человека, кто... Ну, ты сказал, первый этап отрабатывают. Кто должны победить. То есть в данном случае они практически ничем не отличаются от того, что мы привыкли в Советском Союзе, когда был один кандидат блока коммунистов и беспартийных, и даже если он получил один голос, он уже все равно победил. Но там 99,9 дальше рисовали уже в зависимости от того, какие от райкомов партии приходили установки, где можно нарисовать 99,7, а где обязательно, чтобы было 99,9. Юная репатриантка доставлена ночью в больницу в бессознательном состоянии вследствие алкогольного отравления. Думаешь, с тобой этого не случится? После всей истории, которая, в общем, закончилась довольно плохо, когда на выборах предыдущих реально были украдены голоса, причем украдены миллионы голосов, это, как ты помнишь, вылилось в 2011-2012 году в массовых демонстрациях. По-моему, до сих пор продолжают еще сажать людей, которые в них участвовали. До сих пор продолжают сажать, да, этот процесс еще продолжается, людей арестовывают, конечно, это отбило очень охоту. Потом масса людей, у кого даже не отбилась охота, посчитали, что это бесперспективно и наоборот приводит к ситуации, что кого-то, не имеющего вообще никакого отношения, сажают. И потом действительно немножко изменилась ситуация в стране. Действительно, сегодня поддержка правящего курса очень сильна. Это объективная реальность, действительно процент людей сегодня поддерживающих это велик. И что, как это называют специалисты по выборам и политологи, личный рейтинг Путина мягко переходит на тех, кто как бы идет от него.